Всем привет! Мы сегодня на работе с Вероникой. Давно она у меня не была на работе. Сегодня по записи только одна клиентка. Брови. Ну, может быть, ресницы покрасит. Она ездит ко мне на бровки с другого конца города. Вот она ко мне ходила еще до декрета. Потом, когда я вернулась после декрета туда, в парикмахерскую, уже на аренду. Вот она ко мне опять возвращалась на брови. Сейчас ездит с другого конца города. Да, не часто, но приезжает ко мне. Я уже ее показывала и рассказывала. Говорю, ты что, не можешь найти там все в районе мастера? Он говорит, нет, представляешь, не могу. То нитки сделают, то запятые, то еще что-нибудь. Короче, вот так. Может быть, брови покрасит хной. В прошлый раз мы ей... А, не брови, ресницы, реснички еще. Красит она хной иногда. Ну а что, хороший эффект. На месяц хватает. Так что так. Ладненько, прям такой ветер холодный задувает. Мы вышли, я на балкон выхожу, у нас так душно на балконе, как в аквариуме в каком-то, в парнике. Ну да, утром я выходила в 8 утра в магазинчик. Прохладно было, но это понятно, в 8 утра. А сейчас мы вышли уже 12 час. Я думала, будет жарко. Нифига, ветрище такой холодный. Так что так вот. На завтра, послезавтра. То есть выходные у меня пока что никого нет. Понедельник, вторник есть записи. Не знаю, может, кто запишется. С Авито так больше никто и не записывался. Никто не писал. Звонки я отключила. Не хочу. Звонки, только сообщения. Отвечаю я быстро, у меня вот фитнес-браслет. Приходит сюда мне сразу же оповещание, поэтому отвечаю я быстро. Так что так. А это когда начинают звонить, то, блин, идешь по улице шумно, то еще то в магазине. Ну, в общем, мне неудобно. Тем более непонятно, кто звонит, что за профиль. Я уже говорила, что я с пустых профилей, на пустые профили не отвечаю. Так что так вот. Опять предложил мне Авито скидку. 60%. Еще это не закончилось. Но я там выставила два объявления. Еще столик, детские туфельки Вероничкина. Вот, короче, Авито предложил скидку 60%. Я не знаю, наверное, даже брать не буду. Я лучше буду ходить на работу сюда и сидеть здесь, ждать таких заходящих людей, чем вот это Авито, блин, беспонтовое. Так что так. Такие дела. Завтра с Вероникой пойдем на концерт Миланы Стар. Мы билеты покупали еще в июле. Вероника копила в копилке деньги. Не знаю на что, просто копила и все. А тут увидели афишу, что Милана Стар 7 сентября. Ну и все, говорит, хочу на концерт. Ну, открыли копилку на один билет. Я брала в 11 ряду, в общем, недалеко. За 3200 взяла два билета. И говорю, Вероник, давай тогда на один билет из твоей копилки возьмем. Она, да, давай. В общем, ей билет из ее копилочки оплатила. Себе из своих. Конечно. Так что так, завтра с ней пойдем на концерт. Я говорю, Вероник, завтра будет у тебя вечером тусовка. Будешь тусить. Не знаю, может, что-нибудь сниму. Представляю, что там будет твориться. Толпа детей визжать. Ну, кого из детей, особенно девочки, наверное, знают, кто это такая Милана Стар. Кто смотрел «Универ», там Виталий Гагунский, актер. Это его дочка, по-моему. Да, дочка его. Так что так. Все сделали брови. Ресницы она красить не стала. Для вас, кто на все смог. Так что так. Что-то разговорились, а она спрашивает. А, я спросила, а сколько тебе лет? Она говорит, 45 будет. Я думала, говорю, тебе меньше. Сколько ходишь ко мне? Я говорю, я думала, ты лет на 8 меньше, младше меня. Она такая говорит, а тебе сколько? Ну, я ей сказала. Она говорит, ничего себе. Она говорит, я наоборот думала, что ты младше меня. Посмеялись немножко. Все, так, сейчас Вероника перекусит, чай попьет и пойдем дальше заниматься делами.
Что? Что за? А, передать привет? Иди, передавай привет. Привет. Свет выключила, темно здесь. Прям точно-точно. Ну, я думаю, следующую песню вы знаете 100%. Давайте споем ее максимально громко. А мне? А мне? Чего тебе, а мне? А мне? А мне? Чего тебе, а мне? Ребята, вы готовы? Да. Подождите, подождите, подождите. Спасибо большое, дорогая. После концерта у нас будет очень много времени. Я обязательно соберу все ваши плакатики. Обязательно соберу все ваши цветочки. Потому что я обожаю подарки. Я вижу каждый плакатик. Спасибо вам большое, ребята. Давайте все вместе на выходные. Девушка, я говорю, спасибо большое. На балкончиках я тоже вижу плакатики. Вот, отдельно вам поцелуйчики и сердечко. После концерта будет очень много времени, я обязательно все заберу. Так, мне, кстати, очень интересно. Я прошу телефон уже очень давно, пожалуйста, в Нью-Йорке. Все, девочки просто отдыхают. Надо тоже их понять. Они танцуют целый концерт. Согласитесь, какие у меня красивые девочки со мной танцуют? Это так классно, да? Вообще, горжусь ими, просто красотка. О, вот это Даша. Можешь снять вас, пожалуйста? А камеру против ты играешь? А, уже. Давай уже. Так, ребята, доставим все-все-все фонарики обратно. Все-все-все включаем. Наконец-то снимем видосик. Простите, ну что-то... Вот мне... Я люблю так спонтанно снимать видосики. Поближе. Сначала поближе, да, вот так, а потом отвечайте. Давай. Ну так вот так первый раз. Скажи, первый раз. Реально первый раз снимаешь. Да. Смотрите, рассказываю, как мы снимаем. Вот все-все-все покажите фонарики. Все-все-все. А, сначала мы их убираем. Очень красиво, ребят. Спасибо большое, Даша. Спасибо всем большое. Спасибо, Волгоград. Мы тебя сняли мне сторис. Так, все. Ну как тебе концерт? Классно. Понравился? Все, теперь будем в копилку складывать. Еще кто-то приедет, да? Может, Милана Хаметова или Амирчик? Ну, Милана Хаметова тоже не приедет. Да? Ну, может, Амирчик приедет, сходим на концерт. Да? Ну, что-то послали. Сейчас я там хочу уже. Ну, что? Ой, тут пробежался. Так. Форму и длину будем. Что? То же самое. Все? Ну, длину убирать? Нет. Вставляем, да? Квадратник? Угу. Так, сейчас. Ага. Закруглить. Мягкий квадрат? Чтобы... Да, потому что до этого сделали такой острый, я его сама еще подпилила. Да. Он режется ему. Угу. Одного нету, да? Одного нету. Ага. Ну, все равно уже быстро. Я только сейчас заметила. Девчонки, всем большой привет. Я уже отпустила клиентку. Клиентка эта с Авито ходит ко мне. Одна из немногочисленных с этого сайта. Так, ладно. Предыдущее покрытие она делала не у меня. Я была в отпуске. Мизинчик у нее слетел. Но это я вспомнила. Да, я говорю, где потеряла мизинец? Она говорит, а помнишь, чайник шумит, сейчас пойду, выйду. Она говорит, а помнишь, мы в прошлый раз мизинец мне, говорит, не покрывали. Она его сломала в такси, что ли, или что, дверь закрывала. В общем, он у нее такой малюсенький. Я говорю, тебе вообще, конечно, длиннющие ногти тоже не очень-то желательно носить. Очень маленькая ногтевая пластина. Ну и все, и на какой, на левой руке у нее прям... указательные, средние и безымянные, они прям растут в бок. Я говорю, когда овал делали, это не так было заметно. А вот сейчас вот этот мягкий квадрат, она там еще сама понапилила себе форму. Говорит, мне в прошлый раз сделали квадрат, он цеплялся, я тут сама себе попилила. И говорит, можно мне только
помягче уголки, в общем, покруглее, чтобы они не это, не корябались. Ну, я говорю, совсем я тоже не могу. Давай тогда делать либо овал, либо миндаль. Кто-то идет, подождите. Дедушка заходил, нотариус спрашивал. Я ему объяснила, где я видела. В общем, он пошел. Так, на чем я, девчат, остановилась? А, мизинчик же у него был выломан. Она еще в прошлый раз, когда ко мне приходила в конце июля, она пришла со сломанным мизинцем. Она его в такси, что ли, вырвала. Прям я еле-еле-еле тогда покрытие там сняла. Мы даже маникюр не делали на этом ноготке. И все, да. И она и прошлый раз вот не у меня тоже мизинец не делала. А этот раз я ей говорю, Таня, говорю, давай сделаем на гелевую типсу, попробуем коротенькую тебе. Она такая, а что за гелевая типса? Я говорю, ну увидишь. Она говорит, ну давай. В общем, я сделала прям коротенькую-коротенькую. Говорю, лишь бы был ноготок. Там уже не до длины. Тем более у меня своя ногтевая пластина очень маленькая. Я первый раз вот увидела ее свою ногтевую пластину. Она у нее прям коротенькая. Говорю, длинной нежелательно делать. Ну и все. Выбрала она вот такой цвет. 233. От Фокси. Нежно-розовый такой зефирный цвет. Укрепила я ей. Ой, да не буду я показывать, чего укрепила. Покажу, что от Эми вот шармики сделали. Наклеечки такие. Серебристые, золотистые. Ой, девчат, забыла поделиться с вами, сказать. Достали, честно говоря, вот эти вот торговцы, которые приходят, ходят по офисам, по домам. То парфюмерию, то еще что-то, то массажеры какие-то. Ой, тут какие-то носки приносят. В пятницу, значит. Ну, это я на Дзен писала про это. Видео пока не снимала. Вероника, значит, сидит у меня вот, вот на этом, за этим столом. Заходит женщина, а время как раз уже клиентке подойти. Я думала, клиентка пришла. Смотрю, женщина с сумкой заходит и такая. Ой, у нас брендовая парфюмерия. Я еще ничего не успела вообще сказать абсолютно. Так я только рот открыть, ничего не нужно. Она взяла вот там на столе, поставила эту сумку, начала выкладывать все свои вот эти флаконы, нахваливать, показывать мне, сувать под нос каждый вот этот вот флакон. Я вроде бы, знаете, опешила. Я и сказать неудобно человеку. Как бы не скажи, иди отсюда. Сейчас клиентка придет. Ну просто, знаете... Короче, начала каждый флакон мне под нос и тараторит, какое-то все замечательно. Вот этот аромат такой-то. У нас все брендовое настоящее. Вот эти вот маленькие флакончики на разлив. Могу на разлив, вот, 1 миллилитр 100 рублей. Можно даже не полный флакончик 5 миллилитров. Можно там 2-3 миллилитра на пробу. У меня везде все скупили. Уж насколько в Кировском районе плохо покупают, и то все скупили. Я говорю, ну мне ничего не нужно пока. То, что я себе присмотрела, то, что я хочу есть в определенном магазине. Она, ой, да там ерунда, какие-то подделки. Отдаешь там по 12 тысяч за эти духи, а они выветриваются. А вот у нас вот бренд настоящий, то ли не помню, откуда она сказала. Я говорю, да откуда я вообще знаю, что это у вас, кто вы и вообще откуда? Она мне сует, значит... упаковки под нос и показывает. Вот, смотрите, читайте. В общем, я говорю, меня ничего не заинтересовало, как я ей сказала. А, не впечатлило. Ой, все. Ну и как раз клиентка заходит. И я думаю, слава тебе, Господи, клиентка пришла. Ну и все, отвернулась от этой женщины с сумкой. И все. Она собрала молча все и пошла. Ой, не люблю, когда вот так вот агрессивно. Ну да, вот заходят часто, что-то предлагают. Да, то-то и то-то. Вот женщина приходила, носки. Сразу зашла, кстати, она такая, сразу зашла, говорит, не парфюмерия. Говорит, носки. Я такая, ну, нет, спасибо, говорю, не нужны. Ну или там заходят, спрашивают, парфюмерию не посмотрите? Говоришь, нет. Ну вот, чтобы вот так вот прям нагло, это у меня тут первый раз такое. Так что так. Завтра у меня по записи будет постоянная клиентка с другого конца города. Приедет.
ее внук на свадьбу пригласил. В общем, она редко приезжает, потому что далеко. Поэтому так. Сейчас глянула на Авито. За сегодня 8 просмотров. Сейчас время без 23. И 2 раза добавлено в избранное. Сейчас прочитала комментарий. Девушка написала: Светлана, отвечайте на все сообщения с Авито. Даже если профиль без фоток, там без ничего. Ну, я там ответила. Могут и с фото не прийти, типа. Согласна, да, могут записаться и с хорошим профилем, и с хорошими оценками, и с фотографиями. Могут также записаться и не прийти. Ой, ну из собственного опыта я поняла, что чаще всего не приходят. Новый прям профиль, вот-вот созданный. Особенно без фотографий и вообще без объявления. Вот чаще всего не приходят такие. Поэтому так. Ну, буду по возможности, может быть, и всем отвечать. Тем более у меня на выходные предоплата стоит. На выходные я записываю с Авито только по предоплате. Поэтому так. Кому надо, и без фото скинуть предоплату, если нужно будет. Просто все равно, знаете, обидно, когда приходишь на работу, все подготовишь, а клиент даже не удосужился предупредить. Раньше я к Авито спокойно относилась. Всем отвечала и на звонки. Сейчас я звонки убрала, потому что... Не знаю. Не хочу. Пусть пишут сообщения. Тем более я быстро отвечаю. Я уже говорила. У меня уведомление на браслет приходит, я отвечаю быстро. Но только если, конечно, слишком занята, либо работаю, тогда могу ответить не сразу. А так отвечаю быстро. Чем когда я иду, вот очень часто иду я по улице, машины шумят, или в магазине на кассе и клиент с Авито звонит. Мне вообще вот это вот неудобно. У меня перед собой ничего нет, ни блокнота, ничего. Даже не знаю, что сказать. Либо плохо слышно. Говорю, алло, алло, говорите громче, я на улице иду там или еще что-то. В общем, отключила я звонки. Висит у меня сейчас скидка опять на продвижение. Не знаю, продлить, не продлить. В общем, посмотрим. Представляете, вышла уже, пошла домой, и муж звонит. Типа, обернись. Я оборачиваюсь. Он подъехал, он по делам ездил. Подъехал за мной. Я говорю, а нафига ты за мной подъехал? Я говорю, хочу пешком пройтись. Он, ну, иди тогда пешком. Я говорю, ну, здрасте, уже приехал. Я говорю, а я бегом-бегом домой. Вероника там сидит одна. Я говорю, давай тогда езжай домой, а я еще побуду на работе. Хотя бы часов до 5 посидеть. Тренировка аж без 15:07. Ну, хотя до 4, до 4:30 посидеть, потому что я уже говорила, что я буду присутствовать на работе, потому что заходят люди с улицы. Сейчас пойду, наверное, подмету еще на улице. Там вообще опять черт голову сломит. Опять понакидали этих бычков. Опять 2 пачки от пустых сигарет. Прям задолбали эти курцы. Ноутбук включаю 2 раз. Ну, а что? Побуду, что тоже. Готовить ничего не надо. Полы помою завтра с утра. Муж на работу едет. Я Вероничку отведу. Приду, полы помою. Потом на работу пойду. Так что так. Смотрю я вот на свой цветочек, который мне по наследству в кабинете остался. Не помню, как он называется по-научному. В простонародье женское счастье. Вот он цвел у меня один раз. Вот этот вот стебелек. Так красиво цвел цветок. Полгода меня радовал. Целых полгода. И все, сейчас уже как отцвел, больше ни разу. Я вот не знаю. Интересно, зацветет он еще, нет? Кто знает, как ухаживать за таким цветком? Я когда сюда переехала, в этот кабинет, он стоял на окне. Я сначала подумала, нафиг мне цветы, у меня как-то ни дома нет цветов, ничего, я как-то к ним равнодушна. Потом подумала, нет, оставлю я этот цветок, и начала его поливать. Поливала, 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 поливала. Смотрю, потом как-то в один прекрасный день, о, перышко какое-то торчит. И все, он у меня так потом быстро расцвел, и прям полгода цвел. В первых моих влогах я показывала, какой красивый цветок. Прелесть. Хочу, чтобы еще зацвел. Не знаю, может, его надо как-нибудь удобрить. В тот раз я ничего не делала, просто походу
Цветок стоял тут никому не нужный. А тут я пришла, начала за ним хоть немножечко ухаживать. Землю там, которая была такая, ну, не грязная такая, не знаю, заплесневелая или что, в общем там. Немножечко в горшочке убрала, начала поливать, он зацвел. Я еще подумала, хорошая примета. Так, ладно, смех смехом. Подмела я там на крыльце. Крылечко тоже немножко помыла, а то там вообще кошмар. Так что так, ну посижу сейчас еще. Не знаю, может что-то поделаю, разберу. Ну, вообще, честно говоря, лень. В облом что-то такое. Так, что тут у меня? Посижу еще часок полтора, да пойду. Может, кто-нибудь зайдет с улицы. Хотя бы запишется. Так что буду присутствовать здесь. Ладно, девчат, пока на сегодня. Не хочу больше сегодня ничего снимать. Я уже и говорила, что длинные влоги на YouTube я, скорее всего, больше делать не буду. Ну, а там как будет получаться. Если будет что показать, может быть, и подлиннее буду делать влоги. Помните, я показывала увеличитель? Я покупала в фикс-прайсе увеличитель для экрана телефона. Ну что, ну прикольно, так я вечером вместо телевизора включаю, ставлю телефон на эту подставку с увеличителем. Это, по-моему, в каком я влоге показывала? 79-й или 80-й. В общем, ставлю телефон, и знаете, так прикольно получается, как будто за планшетом смотришь или за маленьким телевизором. Потому что я уже говорила, что на телефоне я не очень люблю смотреть видео на YouTube. Мне больше нравилось на телевизоре включ. И лежишь, либо делаешь какие-то свои дела, смотришь, слушаешь. А это как замедлили YouTube, на телевизоре не включишь. И я как-то стала мало смотреть. Да у меня просмотры прям слишком упали. Но я думаю, что это не только у меня, это у всех блогеров на YouTube. И, в общем, прикольно так вечерком ставлю на эту подставку. Увеличивает прям так прилично, раза в 4, наверное, экран телефона. И сижу себе, смотрю, как на телевизоре. Так, ну, лучше, получше, чем пялиться в маленький экран. И это я так сяду, облокочусь, куда хочу, туда эту подставку поставлю и смотрю. Прикольно так. Так, ладно. Буду, наверное, заканчивать на сегодня болтовню свою. Работы не показала. В принципе, показывать нечего было. Поэтому всем хорошего настроения. Напомню, что я есть на Дзен. На Дзен я еще пишу статейки небольшие из своей жизни. Ну, что происходит у меня. Поэтому вот так. Кому интересно, подписывайтесь. Ссылочку опять оставлю в прикрепленном комментарии. У меня есть ссылки на канале. Может, кому-то лень зайти посмотреть. Поэтому прикреплю ссылку еще раз. Повторюсь, Рутуб, наверное, все я не буду вести, я уже решила, потому что там беспонтовая, короче, площадка, это совсем. Поэтому так. Всем отличной погоды, отличного настроения. Пока-пока.